Отчетно-выборная конференция профсоюзов работников культуры состоялась в Камрадской региональной библиотеке. В ней приняло участие 25 делегатов из 13 различных общественных и частных организаций. Участники конференции заслушали отчет председателя о проделанной работе, отчет ревизионной комиссии и дали свою оценку работе профсоюза за все 4 года. В течение 4 лет 20 членов профсоюза смогли поправить свое здоровье в санаториях, в хороших санаториях Республики Молдова и за пределами Республики Молдова. Также за 4 года отдохнуло 12 детей членов профсоюза в лагеря отдыха летом. Поэтому, как мы видим, есть определенная работа проделана. Об оценке работы правкома за истекший период и о том, какую роль в жизни человека играют профсоюзы, в интервью нашим журналистам рассказали делегаты конференции. Сегодня профсоюзы – это не профсоюзы. Людей начали делить по должностям, по зарплате, по происхождению, можно сказать. Профсоюз должен, независимо от должности, должен защищать интересы и, как говорится, независимости от взноса его. Процент один и тот же идет, сумма другая. Должны едино делить и олигарх, и тот же технический персонал организации иметь возможность получить нормальную и путевку, и льготы какие-то от профсоюза, независимо от его вклада финансового, потому что процент един. Председатель первичной организации Дома культуры села Ферапонтьевка Алла Коваленко отметила важность заключения трудовых договоров между работодателем и работником и то, насколько важно в жизни знать свои законные права. Мы можем защитить себя или попросить у профсоюзной организации вышестоящей помощи, это когда возникают какие-то трудовые споры. Это первое. Во-вторых, это коллективное соглашение дает нам право воспользоваться теми, скажем, не льготами, а днями, допустим, вот 7 дней к отпуску. Потом мы можем использовать 3 дня к отпуску в течение года, если мы не были на больничном. Заслушав доклад председателя и отчет ревизионной комиссии, делегаты оценили работу правкома как положительную и большинством голосов вновь избрали на пост председателя Василису Пометкову.